Всем привет, ребята! Сегодня мы будем открывать вот такую игрушку из Рамдэнса. Сейчас откроется. Сейчас, минутку. Она ее очень быстро открыла, а ты рассказывала с ножом. Так, ребятки, минутку. Что и там? Вот что нам там попалось. Что там, девочки, попалось? Уже не был чупа-чупс, конфетки. Еще какая-то конфетка, по-моему, да, и свистулька. У меня что это? Ух ты, а что это такое симпатичное? Покажи. Покажи, что это. Ну, покажи на камеру, что это. Зеркальце. Это такое маленькое зеркальце. Как? Серьезно? Ух ты, класс. И что, она еще вешается как брелочек. Вау, смотрите, какая красивая штука попалась. Подожди, видите, вот тут, короче, как гипюр идет. Слушайте, прикольная штучка. Жене попалась, а у Сони симпатичнее, чем тебе. Мужику, пацану, то есть. Так, а у него еще, получается, тоже была вот такая вот конфетка. Вот чупа-чупс у него была. Точилка, да, он сказал? Да, точилка. Точилка, прикрутите, сейчас достану еще одну конфетку. Мы любим, клубничная. Все. Всем пока, ребята. Ну, в общем, вот в такой штуке, чтобы вы знали. Попалось зеркало. Попадаются, ну, такие вот мелочи для пока. Детей. Прикольная штука? Да. Понравилась? Пока. Ты рекомендуешь такой покупать? Да, всем пока.